Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Marvel. Так, у нас новый сезон, два сезона мы, по-моему, пропустили. Но на это были свои причины. Так, заберем бесплатно наши 50 кредитов. Так, дальше посмотрим, что у нас тут в коллекции. Так, мы можем улучшить две карты. Слушай, я, наверное, не буду сейчас пока ничего тут искать. Какие тут карты у нас могут улучшиться. Совет дня. Это нам тоже не нужно. Мы сразу пойдем с тобой на поединки. Чуть-чуть до ранга не хватает. Да уж. Самое -то обидное, ребята, что в ранге, даже если мы повысимся с тобой по максималке, да, мы все равно не получим тех самых чудесных карт, которые на этом сезоне разыгрываются. Почему? Потому что у тебя нету премиума пака. А если его нету, то иди гуляй, Вася. Никаких карт ты не получишь. Только чисто случайный. Это что за колода? Это что за колода, я спрашиваю? Блин, твою налево, а? Взял. Так, после третьего хода подтасовывает вашу руку в вашу колоду. Что там у нас? Так, ваша сила здесь передается другим. Ну, давай так сделаем, наверное. Ох, сейчас будет хорошо, ребят. Ох, сейчас будет классненько. Я сейчас поставлю вот этого. Давай так вот сделаем. Угу, подтасовал, называется, да? Ну что, посмотрим, что нам тут дадут. Блин, знаешь, в чем вопрос? А как я буду... Слушай, он же, по-моему, сбрасывает... А какую карту ты сбросишь? Какую карту ты сбросишь, парень? Ну почему эту-то? И последний ход, ребята, у нас тут остается. Ну я могу поставить вот так вот. Ну и вот так, наверное. Доктор Дум, но все равно ты меня не переплюнешь, парень. У меня больше очков, друзья, поэтому победа причитается мне. Захотел чего, да? Слабоват ты еще, кишкоблуд, тягаться с папочкой. Так, ну что, мы выполнили с тобой задание разыграть и три карты. Поэтому забираем награду. И продолжаем дальше. Так, 13 номер колоды — это не то, что мне нужно, а мне нужен... Мне нужен мой 9 набор. Так он, по-моему, называется. Да? 9, где он? Вот этот, по-моему, если я не ошибаюсь, ребят. Я могу, конечно, ошибиться. Потому что у меня есть команда на колода на уничтожение, колода на перемещение и вот это стандарт. Да-да-да, через Вонга, вот это она. С мордой, все как полагается, плюс один энергии. Естественно, сюда никто не будет ничего ставить. Согласись. Хотя, ты знаешь, может быть, кто-нибудь и будет что-то ставить. Так, ну я ему подкидываю морду. Смотри. А, он рассчитывает на перемещение. Ну, как вариантик, тоже неплохо.
Давай я так сделаю. Крейвен. Ради бога. Перемещай куда хочешь. Так, тот, кто побежит на локации. Так, плюс 3 к силе на остальных. Сейчас будем. Блин, надо было, наверное, не сюда ставить. Да? Кого он там влепит? Каркушу поставил, да? Ну, поехали тогда сделаем так. Надеюсь, не заблокирует? Нет, ребята, берет Доктора Стрэнджа, а здесь ракету. Дум. Такс. Даже не знаю. Как тут сделать-то лучше? Так, наверное. И вот... Ауч! Отдай. Ну, вот так вот. Посмотрим. Что-то мне кажется, что... Так, плащ. Ну, ладно, допустим. Что это? При открытии потасуя две карты. Скала. Нет. Так вот сделаем. Ну и чё? И это все? И это все, что он хотел? Понятно все, парень. Извини, нам не по пути. Но за максимальное спасибо, конечно. Очень признателен. За максимальное количество очков, конечно же. Такой приятненький, ребята, бонус для меня он сделал. Так, слушай, секунду, подожди. Да ну хор... Пока он, блин, не покажет... Слушай, а что с игрой? Смотри, она зависла, ребят. Тут что-то пошло внизу. Вон там прогрузка. Ну, придется подождать, видимо. Так, ну что, ребят, давайте посмотрим, что у нас тут за... Награда за задание. Ага. Все, понял. Так, это у нас... Угу. 200 кредитов, слушай, ну это хорошо. Ё-моё. Карточку мы можем улучшить. Хм. Так, ну давай посмотрим нижние. Нижние карточки. Так, космо... Монжера нельзя. Вонга, что ли, можно? Можно, ребята? Ха, давай. Вонга прокачать, это святое. Так, 6 очков, да? Ах ты, ах ты. Чуть-чуть не хватило, ребят, чтобы получить хранилище вот это вот. Ну ничего, не беда. А, у нас еще можно, кстати. Можно еще улучшить. Сейчас посмотрим. Так. Это нельзя. Я не знаю. О! Двоечка. Ну давай. Blue Marvel. Синее чудо. И вот теперь хранилище. Ну, дайте мне что-нибудь нормальное только. Карту, карту, карту.
Ё-моё, Титания. Если здесь будет разыграна любая карта, эта карта сменит сторону. Чё-то как-то не ахти карта, если честно. Значит, я ее разыгрываю. Да, у себя на поле боя. Противник разыгрывает там же карту, и она идет к нему. Получается так. Нет, ребятки, это ерунда. Так невыгодно нафиг. И смотри, какая у меня стартовая рука. Ну, попроще-то что-нибудь могли. Так, после третьего хода все карты здесь превращаются в карту Халк. Ай, я обламываюсь, ребят. И Рина порвал. Я думал, может, Рина выпадет мне. Я как раз на него рассчитывал, ребят. Представляешь? Ладно, у нас есть Шан-Чи. Так что пускай он сюда выставляет кого хочет, мы с тобой уничтожим их. Верно? Так, постоянные эффекты здесь удвоенные. Давай так вот сделаем. И превращается он в Халка у него. Че он там меня решил напугать, что ли, или что, я не пойму. И зачем он вот это сделал? Можешь мне объяснить? Лично я не понял вот этого вот прикола, что он сейчас сделал. А, вот как. Последний ход, друзья. Ну что я могу предложить? Могу такое... Подожди-ка, если мы поставим Дума. Так лучше не будет? И это все? И вот этим он хотел... меня на понт взять. Ну это дешевка на самом деле у тебя, парень, получилось. Очень дешевый трюк. Я даже не шуганулся, не скучки. Я, блин, Хову. Этот Говард у нас там новый персонаж. Вот как вот ты вот, вот его получи, этого Говарда. Да фиг тебе его дадут. Так, ну что, давай заберем здесь 100 кредитов. Всего лишь 100 кредитов и 10 золота. Немножко не хватает. Чуточку. Слушай, ну зато у нас 19 карточек на улучшение. Давай смотреть, что у нас там идет на улучшение. Шан-Чи идет. Ну давай улучшим. Бесконечная. Бесконечная. То есть мы можем еще с тобой одну такую же, да, взять? Чуточку, чуточку не хватило, чтобы получить еще одно хранилище коллекционера. Так, будем ли мы второго заказывать? Добавить изранное. Наверное, будем, ребят. Так, повышайте уровень коллекции. Это мы сделали. Так, а награду дадут за сезонный пропуск? Ну-ка. Ну да, 100 кредитов. Он, блин, там, видишь, не было. Фиг ты ее получишь. Еще раз говорю, ребята, если у тебя нет премиум пака, забудь. Просто вот возьми и забудь, потому что тебе это не светит.
Так, Рина, ты что ли прокачался? Нет. Не Рина, не Килмонджер. Варпатч. Такая тоже себе карта, на самом деле, ребят. Ну, и что в хранилище? Опять очки? 300 кредитов. Так, итого у меня вообще там сколько кредитов, если посмотреть? Зайдем сюда в магазин. Я хочу просто глянуть. Тор. Нифига, это классно смотрится. Дракс такой прикольный. Хей. 5900. 5900 золота, и вот это все твое. Шесть тысяч стоит, ребята, Говард. Канг. Пятая серия. Это предельная форма. А у меня всего лишь 3300, друзья. Всего лишь 3300. Ладно, будем надеяться, ребят, на лучшее, что когда-нибудь мы с вами накупим очень-очень много кредитов и сможем приобрести себе что-нибудь путевое. Что действительно бы стоило нашего внимания. А пока у нас в поединке идет Антонио. Надеюсь, не Бандерас. Так, что у нас там сейчас выпадает? Если вы разыгрываете здесь карту, ее сила удваивается. Блейд вышел. Так, он уничтожает Дракулу. Я, кстати, понимаю, что он сейчас будет делать. Для чего это все делается? Так, после каждого хода карты здесь сражаются, ага, сами с собой, там, короче, уничтожаются. Ну, что он там влепит? Колин Вин. С наибольшей силой, да? Значит, тут он получает... Давай сюда поставим. Фиг его знает. Фига ты там наклепал. А. Вармы. Понятно. Морбиса. Я вот не знаю, будет ли он там что-то уничтожать. Посмотрим. Будет, наверное, что-то делать. Но я, наверное, здесь проиграл. Это однозначно, ребят, потому что... Спектрум. Давай так попробуем сделать. Вот теперь вопрос. Наверное, все-таки так сделать надо. А он сейчас поставит кого? Смерть? Нет, он вызывает апокалипсиса. Пипец. Пипец, ребята, проиграл, блин, вот за этой... Из-за вот этой карты. Да видишь, не выпал мне Килмонджер, блин. Я думал, что уничтожил его. Он же 1-6. А, нет, он 4-6. Тогда вот здесь бы хотя бы мог уничтожить. А так нет, ребят. Килмонджер мне не выпал, к сожалению. И все, и поплыли.
Давай отыгрываться. Да тут даже не в Килмонджере дело. По большому счету, я потерял два хода. Первые два хода потерял, я никого не мог выставить. А он в этот момент, ну ты сам видел, выставлял. И опять же, смотри, 4, 3 и 6. Ну куда? Куда я с такими картами сейчас пойду? Что он там сделал? Что ты сделал, гаденыш? Ну ты посмотри, а, 6-6 сделал. Так, превращается в одну из локаций. Нафиг ли мне толк-то? Да, этого, конечно, магнета вместо 12-6 сделать. Это, конечно, люто. Ну, давай, наверное. Сюда поставим. А куда еще-то? Больше некуда. Да ты заколебал, ты уже вообще ноль сделал. За ноль энергии, да? Давай так поставим. Шан-Чи и Железный Человек. Так, последний ход. Здесь мы уберем... А, я постоянный эффект не смогу убрать. Здесь, ребята, вон что у нас. Чудо в перьях стоит. Поэтому сделаем так. И вот так. Сейчас посмотрим, что он там будет делать. Блин, кашель. Запарил меня уже, если честно. Ну что, мы выигрываем, получается, ребят? А, нет, еще последний ход. Еще последний ход. Еще последний ход. Так, что можно сделать? Я даже не знаю, что тут сделаешь-то. Четыре и два. Или... Ну да, 4 и 2. Так вот. Я не знаю, что он там будет сейчас лепить. Ну это глупо. На самом деле было. Что, он думал, что я буду бороться, что ли, за вот эту центральную локацию, которая заведомо уже проиграна в моем случае? Глупо. Просто, ребята, было глупо. Ну, с его стороны так делать. Я вообще не понимаю, зачем так сделал. Ладно, поехали еще. Одну битву мы отыграли, но это фигня все на самом деле. Нам нужно наверсывать упущенные. Дрифпин. Или Драйвпин, Драйвлин, Шмандрин. Так, все карты здесь получает после 6 хода. Плюс 2 к силе, да? То есть, ух ты. Эту карту можно приместить один раз. Вы разыгрываете ее на любой локации или... Или перемещайте туда.
Давай сюда поставим. Ай, да-да, так, что там? Ага. Сражаются между собой, да? Давай так попробуем сделать. Но он опять же будет ходить первым. Зря я, наверное, сюда ребят ставил. Что это такое сейчас сделалось? Пипец, ангела мне дали. Ну ладно, этого мы сейчас заблокируем, ребят. Так, а что же здесь? Попробуем так сделать. Космо. Ну, Космо, у тебя больше нету, парень, насколько я понимаю. Поехали. А в чем прикол-то был? Ай, дурила-то деревянная. В чем был прикол? Я не понял, ребят. Он взял все свои карты, уничтожил разрушителем. Он этим что хотел показать-то? Да. Разрушителя надо брать. Ай, блин. Не для этой колоды нужен разрушитель-то. Да. А, он... Ему надо было разрушитель оставить туда, где космос стоит. Чтобы не сработал эффект, понимаешь? А он его куда влепил? Он его поставил посередине и стоит, ждет радостный. Попутал он, ребят, наверное, он попутал. Ну что же, как говорится, на попутало есть свое попутало. Да, конечно, глупанул ты, парень, глупанул. Тут уж ничего не скажешь, ничего не попишешь. Ну, что я могу сказать тебе? Флаг в руки, как говорится, и барабан в зубы, и иди, маршируй под песни гусляра. Ладно, ребят, не будем издеваться, он так, наверное, обедняка поймал. Так что, Рассел, Курт, что ли? Курт Рассел, ё-моё. Так, ну что у нас там? Карта здесь получает минус 3 к силе. Что-то как-то мне неохота сюда ничего ставить. Так, на перемещалках, да? Ну, если что, ребята, у нас есть Killmonger. Он, в принципе, сможет с этим разобраться. Эффект при раскрытии срабатывает на этой локации дважды. Блин, надо было сюда ставить, чтобы ему две карты вшивых подсунуть. А он сам его уничтожил. Ну, это чушь какая-то, ребят.
Да иди ты. Хорош. Давай так сделаем, фиг с ним. Слушай, он заколебался своим, ребята, гоблином вот с этим вот. Давай еще ход гоблина своего сюда воткни. А вот, ребятушки, и домчик у нас выпал. Давай, наверное, так вот сделаю. Так, и последний ход у нас. Ход гоблина выкидывает. Так, ну что, ребят, я выигрываю по всем канонам. Да? Не получился у него фокус с этими, с гоблинами. Ход гоблинами. Короче, обделался чувак по полной программе. Просто по полной. Обосрашка, одним словом. Ну что, давай последний поединочек сыграем, наверное, и будем на сегодня закругляться. Время уже позднее. Как говорится, пора ей в люленьку. Ты спросишь, сколько времени? 2 часа ночи. А мне завтра в ночь. То есть сегодня уже в ночь. Так что не будем, как говорится, засиживаться сегодня. Не понял, какой поиск противника уже найден. Так-с. Опять рука нехти. Опять рука нехти. 5-4-4. Ну. Так, если вы разыгрываете здесь карту, уничтожает ее. Ну, это на сбросах, ребята, хорошо играть. Здесь нельзя разыгрывать карты на 4-м, 5-м или 6-м ходу. Тоже не айс. Ну, хотя мы можем убрать это все, да? Мы же это все можем убрать. Так, она сколько стоит? 2-1. Что там у нее? При вскрытии на следующем ходу вы получите 1 к энергии. Что это за... Что это за... Да дай мне посмотреть твою налево, блин. Уничтожает случайную карту противника. Да. Такое себе счастье. Киллмонжера. Такс. Ну что, потом тигрица пойдет белая. Лишь бы он сюда космо не поставил. Если он сейчас закинет космо, ну, вдруг, будет плохо. Но довольный.
Так, пятый ход, ребят. Закидываю, короче, тигрицу. И две карточки мы сбросим. Тигров. Так, я снэпчик сделаю один. А что потом? А потом можно будет... Ну, все зависит от того, куда полетят тигры. Если сюда две, ну, будет неплохо, в принципе. Но лучше будет сюда, конечно. Угу, ну, ты понял, да? Давай сделаю так. По идее, сюда должен перейти Килмонджер и... И капитан. Нет, капитан нет. 3-4, по-моему, да, он притягивает. Да, 3-4. То есть Килмонджер только перелетит сюда. Дело дрянь, друзья мои. Но я выигрываю. Я выигрываю по очкам. Все. Как-то так. Еще и ранг 14 зарабатываем. Ну, вообще шикарно. Так, давай-ка мы глянем, что у нас тут в коллекции. Кого мы можем прокачать. Ну, давай. Новая рамка. Так, уровень коллекции. Плюс один. Это фигня на самом деле. Давай дальше смотреть. Еще... 5 карточек есть. Так, резиновый не хочет улучшаться. Носорог тоже. Так, Килмонджер у нас, помню, мы проверяли, он не будет, не хочет. Монгерл тоже. Не Джессика, может. Ну да. А, ну это новоиспеченный Шан-Чи. Это новоиспеченный. Так, остается еще... А, я еще могу, ребят. Да и Трион Матрион, ну... Так, где он? Там еще можно было его разочек улучшить. Угу, Фриди. Так, 50 кредитов. Забираем. И еще раз можно. Тут уже 4. Animated. Как раз еще и 10 бустеров заберем. А бустер у нас выпадает на шокера. Шоквейв, да? Шоковая волна. Ну и, наверное, все, ребят. Больше у нас на прокачку, насколько я помню, никого нету.